С 20 по 24 ноября в Экибастузе состоялся Северо-Восточный региональный чемпионат по боксу. В соревнованиях приняли участие 188 подростков 2002 и 2003 годов рождения из Астаны, Северного Казахстана, Восточного Казахстана, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской и Павлодарской областей. Из нашего региона приняли участие около 30 боксеров, из них 9 экибастузцев. Наши юные боксеры из местных спортивных школ Кайрат Турабеков и Сергей Шишков дошли до финала. В весовой категории 54 килограмма в решающем поединке встретились Кайрат Турабеков и боец команды Павлодарской области Адиль Айтымов. По решению судей победу одержал экибастузский боксер. Ему также присуждено звание победителя регионального первенства. Второе место занял Адиль Айтымов. Третье разделили спортсмены из Костанаи Ерсаин Койшибаев и представитель Северо-Казахстанской области Азамат Бусурманов. Сегодня провел 4 боя. Труднее всего пришлось в четвертьфинале и в решающем туре. Спасибо тренерам, которые меня подготовили и помогли показать такие результаты. В дальнейшем мечтаю стать чемпионом Азии, а там и мира. Занимаюсь 4 года боксом. Тренируюсь у Дюбченко Виталия Олеговича. Ничего, в финале вот как-то такой не очень был бой. Вчера вот самый сложный был. Соперник посильнее был, как физически. Ничего, справился. С такими результатами закончились соревнования регионального первенства. Наши боксеры показали лучшие результаты. Из 10 спортсменов, дошедших до полуфинала, 7 отличились и стали финалистами. По итогам соревнований определено 4 чемпиона, среди которых 2 экибастузца. В течение 6 дней здесь проводились зональный чемпионат Северо-Восточного региона, где участвовали 8 команд. Сегодня финальные соревнования. Здесь участвовали 188 боксеров. Сейчас через 5 пар закончится данный чемпионат. Хочется слово благодарности сказать организаторам турнира. Это управление, или как называется, спортотделу города Екибастуз, Федерации города Екибастуз и Федерации бокса Павлодарской области. Большое спасибо. Следующий чемпионат запланирован на январь 2018 года. Победителям отборочного тура предстоит сразиться за звание лучшего из лучших.